Привет всем зрителям и подписчикам канала! В этом видео хочу показать вам уникальную книгу, которую сегодня получил на почте. Я вам уже рекомендовал сайт «Нумизматика и фалеристика», когда показывал журнал про монеты Украины и не только. Здесь можно встретить много полезных книг по нумизматике, фалеристике, истории, археологии и других. Также на сайте очень много разных монет на продажу и наборов монет. Вот загляните обязательно. Ну что ж, про книгу. Называется она «Награды и знаки национальных армий и правительств. Украина, Белоруссия и Литва». Давайте я зачитаю фрагмент из описания книги. Для украинцев освободительная война началась еще в конце 1917 года, когда наспех сформированные из добровольцев национальные части вступили в бой с остатками старой русской армии и Красной гвардии. Все украинские армии, сражавшиеся за свободу и независимость Украины, имели собственные боевые награды и знаки отличия, созданные еще в период боевых действий, заслуженные кровью и потом в боях с врагами. Эти награды по праву должны стоять наравне с такими знаками воинской доблести, как Орден Красного Знамени, Святого Николая Чудотворца или знака «Первый ледяной поход». Эти награды остаются неизвестными даже для специалистов, не говоря уже о широком круге читателей. Именно им посвящена данная книга. Давайте я покажу именно саму книгу. Прям как-то хочется с ней поаккуратней. Но, к сожалению, видно, что уже какие-то есть царапки небольшие. Киев, 2011 год. Рудниченко, Тинченко. Нагрудные знаки. Давайте смотреть, что тут у нас. Украина. Начинается с... Вот, собственно, и
знаки инструкторской школы старшин. Вот видите, которые я показывал в журнале «Нумизматика и фалеристика». Вот они, собственно, так выглядят. Даже мы видим, скорее всего, из музея. Да? Thank you.